подведены итоги заочного этапа республиканского конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан-2021». Среди финалистов – молодые ученые Казанского федерального университета. Все подробности в нашем сюжете. Региональное общественное движение молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, объединяющее более 20 тысяч молодых людей, с 2010 года проводит ежегодный конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан». Мероприятие реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана. Есть 4 номинации для аспирантов и 4 номинации для молодых ученых. Получается, в каждой номинации 5 человек, и из 5 человек выбирают, получается, 3 первых места. Отбор финалистов осуществляется посредством просмотра конкурсных анкет, включающих в себя информацию о заявленном проекте, а также сведения о достижениях и публикациях кандидатов на победу. В данном конкурсе я уже участвую, наверное, в третий раз. Дважды я становился финалистом конкурса. Надеюсь, что вот в третий раз мне повезет, и я стану дипломантом. Мой проект посвящен цифровому керну. Основная наша задача – это разработка программного продукта или керна-симулятора, который моделирует и прогнозирует процессы нефтевытеснения из цифровых моделей пористых структур. Победители и призеры конкурса поощряются денежными призами. Каждый год состав участников становится все сильнее. Призерами и победителями данного конкурса становятся действительно уже маститые молодые ученые, некоторые из которых уже до 35 лет успели стать уже докторами наук. Некоторые участники презентуют проект, работа над которым была начата не один год назад. Например, Константин Усачев со своей командой ведут исследования с 2014 года. Я буду представить проект по разработке системы для поиска антибиотиков, активных в отношении стафилококка. Мы просто улучшили то, что у нас было на предыдущих этапах, и сделали более интересный проект. Мы работаем в команде с коллегами из лаборатории, и в нашей лаборатории работают физики, биологи, химики, и это позволяет нам все вместе реализовывать интересные проекты. Финалистами конкурса оказались и другие представители Казанского федерального университета. Очный этап состоится в формате, который включает видеовизитку, а также краткий рассказ о концепции проекта. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.